Есть города, про которые я песни не написал. В частности, вот не было песни про Казань. Это меня очень сильно мучило. Поэтому в результате вот встретились три татарина. Виктор Одинцов, который живет в Казани, он присутствует в этом концерте. Если вам песня сейчас пока не будет, потом, если понравится, тогда вы поаплодируете. Вот. Второй это я. И на гармошке, на татарской, играет Леонид Маргулин. А прежде чем объявить антракт, мы вам споем эту песню. Казань!